Ну вот, ребята, мы продолжаем съемку. Вот такой получается чай. Видите? Вот, вон цветочек. А вот, видите, какой цветочек? Ну, сейчас он раскроется, мы вам покажем его полностью. Красота! Ты что? Ну надо стеклянный чайник. Ну, для красоты. Это очень редкий чай, очень дорогой, оказывается. И сборка идет только вручную, и обработка каждого цветочка. Вы представляете? Кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, смотрите. Вот такой вот получился чай. Вот такой цветок. Видите? Вот. Красиво? Вот то, что я... Ну, сейчас мы... я вам его поверну лучше, чтобы... А то солнце в окно. Вот, видите? Видите, что получилось? Вон там он, белый и красный цветочек. Вот белый, сейчас он красный. Видите? Вон. Вот такой вот чай привез я с Тибета. Так что давайте, договаривайтесь, только дома потренируйтесь, через кровати прыгать, там через балкона потренируйтесь, как прыгать на парашюте, потому что это я для украинцев в это говорю. В остальные страны, я не знаю, может, они и приземляются, но они думать не хотят, как сэкономить. А нас молодцы, придумали, вот тебе, пожалуйста. И все. Ну, вот такие у нас чудеса сотворились. Видите, какой чай. Ну, а кто не хочет лететь в Тибет, ищите по магазинам. По дорогим. По... Очень. Ну, я думаю, что вам лучше слетать. То в карманы понапихивал. И что, и не надо в декларацию показывать. Ну, мы ж хохлы, мы страшно умные. О, не проведи Господь. Вот за революцию придумали, бачишь? Теперь никак не можем расхлебаться с ней. С той революцией. Ну, ничего. Ну, все, ребята, пока. Подписывайтесь на YouTube Сергей Котляров.